Проект дороги Минеево-Дальний претерпел изменения. В мэрии прошли публичные слушания по планировке объекта. Автодорога – участок западного обхода и должна соединять улицу Минскую и Фрунзе. Изменения касаются расширения дороги в границах территории общего пользования. Границы изменились не намного, расширилась территория дороги в границах участков общего пользования. Это было связано с уширением примыкания дороги к улице Минской и развязки по улице Фрунзе. Проектируемый участок относится к магистральной дороге. Ширина проезжей части составит от 8 до 15 метров. Расчетная скорость движения – 80 км в час. Для строительства необходим участок более 22 тысяч квадратных метров в постоянное пользование. Кроме того, проект предусматривает закрепление вновь образованных земельных участков в постоянное и временное пользование. Вот такой вид прав, как временное пользование, действующим законодательством не предусмотрен. То есть в этой части материалы также нуждаются в корректировке. Все проектируемые территории городские, находятся в собственности Ивановской администрации. Ничьи участки дорога не затронет. А на выезде к улице Фрунзе разработчики в целях транспортной безопасности изменят схему движения. Согласно технического задания на разработку проектной документации, выезд с первой Грачевской ограничен на проектируемую автомобильную дорогу. Проектом предусмотрено выезд с улицы Первой Грачевской налево, далее по дороге дублер улицы Фрунзе, в районе Второй Грачевской выезд на улицу Фрунзе. В ходе слушаний поступило всего одно письменное предложение по части оформления и документов. Сейчас проект будут корректировать. Окончательно утвердит его глава города. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.